Ну що ж, ми продовжуємо, дорогі телеглядачі, і в нашій студії вже є гість, якого раді представити, Дмитро Оранський, учасник проєкту «Миколаївський базар». Дякуємо вам, що завітали. Доброго ранку. Добрий день. Отож, сьогодні поговоримо про такий цікавий миколаївський проєкт, як «Миколаївський базар». Ми можемо зараз показати нашим телеглядачам вже другий випуск. Хотілося б запитати, чому саме така назва? Ну, назва це, можна сказати, вона стала вже брендова. Тому що назва сама вона існує вже з 2004 року. І, по-перше, це не було, це зараз воно отримало своє воплощення. Давайте я може російською. Да, на русском, да, давайте перейдемо для удобства. И уже сейчас оно как бы получило свое воплощение в бумажном виде, это название. А до этого, в 2004 году, был создан интернет-проект «Николаевский базар», который называется. Это известный николаевский сайт, который объединил вокруг себя историков и любителей истории города Николаева, краеведов. Инициатором создания проекта был Андрей Шинкаренко, который, собственно говоря, и остается как бы его руководителем. И почему, собственно говоря, базар? В то время я не стоял у истоков базара, я к нему присоединился в 2008 году только, ну, как бы знаю его историю. Почему базар? Потому что изначально представлялось, что вот это будет сайт, на котором будет, как в форме старого Николаевского базара, там будут торговые ряды. Ряд, допустим, щепной ряд, ряд изучения там различных вот направлений истории города и тому подобное. На Николаевском базаре, это сам сайт «Николаевский базар» называется, на Николаевском базаре существует еще и форум-скамейка, на котором, по сути, происходило долгие годы, происходило и происходит обговаривание различных исторических краеведческих тем. Катакомбы, памятник Грейгу, различные личности Николаева. И, ну, меня время от времени появлялась нужда найти какие-то старые информации, там, старую информацию, фото какое-то старое, то это надо зайти в Николаевский базар, да, там всегда помощь, там все есть. Кроме того, если по поводу фото, у нас есть там целый проект, который называется, раньше он был, назывался «Фотогалерея», сейчас он называется «Капсула времени», которому уделяется тоже довольно большое внимание. Там огромный массив информации, особенно фото и видеоинформации в плане исторической, изучения истории города. Что касается воплощения на бумаге этого проекта, идея возникла у нашего модератора Светланы Крыщенко примерно полтора года назад, когда в конце 2014 года Николаевскому трамваю исполнялось 100 лет. Мы решили провести такие вот покатушки трамвайные, скажем так, которые... У нас дело в том, что в городе довольно много любителей трамвая, трамфанатов так называемых, которые занимаются этим. Ну и само событие для Николаева, столетие трамвая, оно довольно-таки знаковое. И вот посвященное этому столетию мы решили выпустить первый выпуск газеты «Николаевский базар». Вот ее, собственно говоря, номер, он полностью посвящен трамваю. И в начале января 2015 года мы эти покатушки провели, и там, собственно, распространяли эту газету. Первый номер, так же, как и второй, выпущен был на средства участников Николаевского базара, просто собрались сбросить деньгами. Это не коммерческий проект, это, скажем так... Для души. И да, для души, для того, чтобы люди, которые интересуются городом, могли побольше узнать об этом, о его истории. Ну, я хочу сказать, что от одностраничного формата вот такого, да, перешли на одностраничный. Да, ну, она также сама была выпущена на средства самих базаровцев. Верстку и оформление ее производило издательство «Эль Талисман» Василий Тарубара и Елена Тарубара, за что им огромное спасибо. Идейным вдохновителем у нас выступила та же самая Светлана Крыщенко, наш модератор, которая организовала, можно сказать, это все. Здесь мы решили этот номер посвятить, во-первых, переименованию улиц города. Да. То, что сейчас актуально, проект декоммунизации, который сейчас воплощается в жизнь по всей Украине. И, собственно говоря, почему именно сейчас он вышел? Мы ждали, когда улицы будут переименованы все-таки, для того, чтобы новые названия улиц уже вошли именно вот в эту вот табличку. Ну, я хочу сказать, очень удобный выпуск, потому что я когда впервые увидел, а мне принесли как бы в руки, я так, это надо сохранить, потому что не все улицы, новые названия я пока что знаю. Да. На первой странице решили разместить все-таки юбилейный год, год 200-летия начала руководства городом Николаевым адмиралом Грейгом. Поэтому ему здесь посвящено как статья о самом Грейге, так и последнее интервью с Ильей Семеновичем Крючковым, который уже, к сожалению, ушел из мира живых. Но, тем не менее, он много говорил, он много делал для этого поиска этого памятника, который все-таки мы не теряем надежды найти. Ну и разместили здесь объявления наших не спонсоров, а, допустим, фирмы, которая, по сути, оплачивает наш интернет-базар, интернет-проект. Это... который занимается фурнитурой, объявление от краеведческого музея о сдаче
ценностей, допустим, для музейного хранения населения, ну и того же самого издательства, которое «Талисман». У меня небольшой вопрос к вам по таблице, потому что некоторые улицы, понятно, почему они сюда внесены, потому что много было переименований, а вот улицы, которые остаются на своем названии, почему они тоже того, внесены? Чтобы люди видели, что название не менялось долгие годы. Только оно как было изначально присвоено, такое оно и осталось там, допустим. Но, к сожалению, не так много таких улиц. Вот в советское время, которые давались, те, понятное время, они, понятно, не менялись. А вот которые давались еще в 1835 году, когда впервые улицы были переименованы, таких очень мало. Но я хочу сказать, что вот именно на просторах интернета, да, интернета, где только до 2015 года, как бы, да, было только в таком формате, очень часто обращались, кстати, к переименованию улиц, к разным табличкам. Именно там я и находил у вас различные фотоматериалы. Да, у вас довольно-таки обговаривалась эта тема очень живо. Поэтому оно как бы готовилось уже давно. Самая улица Шнейерсона, которая... Интересная заметка, я думаю, понравится нашему режиссеру. А, короче, что там? Ага, старая еврейская синагога. Ой, так, Катя, ну для тебя тоже. А, кстати, вот говоря о фотоматериалах, вот Вейскова, на яких было пропущено еще литера, мягкий знак, точнейше, також це фото тут размещено. Ну что ж, я думаю... мы нашли эту улицу, кстати, в Вейскове. Ой, бачите, ну а я... Нет, там не Вейскова и военная, непонятно. Вроде бы две названия, оба названия на украинском языке, каким образом правильно. Хотелось бы спросить, как распространяется, где николаевцы могут прочитать? Тираж этой газеты 500 экземпляров, которые мы выпустили. Распространение происходит, ну, через, кому это интересно, он может обратиться к нам через тот же Facebook, через страничку ВКонтакте, через сам сайт «Николаевский базар», путем оставления комментариев лично к нам, кто знает, допустим, у нас как бы достаточно широкий круг знакомств у распространителей, ну, у участников интернет-проекта, сами участники интернет-проекта через форум с скамейка на Николаевском базаре. И в библиотеке, базаре. Так понимаю, тоже есть, да? В библиотеке мы дали порядка 100 номеров для, ну, по сути, во всех библиотеках города будет этот выпуск. Кроме того, к нам уже обратились владельцы некоторых кафе города Николаева, которые соблюдают какую-то историческую тематику. У них на столах тоже будет распространяться вот этот вот номер, и посетители смогут по знакам. Если заинтересованность большая, не желаете расширить тираж? Но будем, я смотреть, хочу сказать, будем надеяться, что те, кто заинтересовались, проплатят больше тираж, да? Может быть, но пока это проект не коммерческий, исключительно для популяризации, для изучения истории города, направлено именно на это. Ну и кроме того, как нам вот посоветовали недавно, удобно было бы людям, отправляющимся в дорогу, иметь при себе вот такой вот номер, как раз довольно-таки интересный. Как визитка, да, такая, города Николаева. Да. Но я хочу сказать, что очень приятно, что появляются такие проекты, и действительно уже на бумаге они появляются, потому что в интернете много проектов, но, к сожалению, реализовать на бумаге это очень больших денег стоит, поэтому вам большое спасибо организаторам и людям, которые вкладывают свои средства для того, чтобы николаевцы смогли узнать о Николаеве больше. Поэтому спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Мы так наберемся наглости по одному номерку, сохраним себе. Хитрий. А ви, дорогі телеглядачі, якщо є бажання все ж таки переглянути і дізнатися інформацію, до речі, ще не запитали, як часто буде виходити? Нет періодичності. Ага, періодичності нет, от какого-то события к событию. Это не періодичне издание, это по суті авторський такий от проект для изучения історії города. Поэтому, ну що ж, будемо тоді анонсувати, будуть приводи. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Я нагадую, що в нас сьогодні в гостях був Дмитро Оранський, учасник проекту «Миколаївський базар». Дякуємо вам.